Всем привет, дорогие друзья! Ну а я, собственно, продолжаю снимать оценочки каналов. И под прошлым видеороликом мне написали всего два человека. И поэтому я выбрал одного из них и решил сделать оценку его канала. Канал называется «Легенда Brawl Stars». Я сразу вижу, что название, оно немножечко нехорошо написано, а именно, ошибок тут вроде нету, но тут нужно пробел перед буквой B поставить, а Stars написать с большой буквой S, и тогда будет гораздо круче смотреться. Ладно, перейдем к оформлению. Итак, шапочка. В принципе, с первого взгляда шапка выглядит прикольно, но если присмотреться, можно заметить, что шапка состоит из четырех частей, даже из трех. Ну короче, это какой-то скриншот из какой-то игры, он просто озеркален и по разным сторонам находится. Центральная вставочка, где под текстом там какая-то тоже что-то непонятное вообще находится, и сам текст. Сразу хочу заметить, что шапка делалась, возможно, на телефоне, потому что сделана она под шаблон для телефона, для Ютуба на телефоне, потому что вот эти вот части, тут ничего нету, просто фон. Ну ладно, шапочку я все же посоветую ее немножечко переделать. В принципе, задумка крутая, цветовая гамма тоже мне нравится, но вот реализовано это не очень круто. Итак, аватарка. Ну, тут тоже ничего сложного нету, просто взят фон и накинул чел текст с вот этим отражением, как в каком-нибудь Word. Ну, в принципе, смотрится ничего так, но, опять же, она очень простенькая и довольно колхозная. Но лучше сделать что-нибудь покрасивее, получше. Я вижу, что данный эффект ты применял на превью. Ну что же, в принципе, некоторые превью мне нравятся, и в принципе, все оформлено неплохо. Что же, давайте зайдем на последний его видеоролик, который был, кстати, всего день назад. Итак, ну монтажик мне в принципе нравится, но я вижу, что ты снимаешь без озвучки. Ладно, дело твое. Но все-таки я бы посоветовал бы тебе снимать видео с озвучкой, это во-первых. А во-вторых, я советую тебе текст сделать более красивым. Что ж, ну все-таки, если у тебя нету компьютера, чтобы это все делать, но на телефоне это все равно можно сделать хорошо, красиво. В принципе, мне нравится, как у тебя что сделано, но видео довольно нудное. Да. Перейдем к оптимизации. Тегов нету, тегов канала тоже нету, подсказок и конечных заставок также нету. В общем, все очень печально. Что же у нас в описании? И в описании у нас ничего. Ну, точнее, я вижу, что у тебя есть хэштеги. Братишка, уже неплохо, уже очень хорошо. А вот само описание, оно очень маленькое. И еще я тебе советую создать группу в Фейсбуке и в Твиттере. И репостнуть туда свое видео. Просто YouTube устроен таким образом, что если ты это сделаешь, то твое видео, оно будет, как бы, можно сказать, в приоритете среди твоих конкурентов. Ну, у тебя конкурентов, я скажу, будет много, потому что там довольно много таких каналов, у которых там около 50 подписчиков. Они снимают Brawl Stars, дело их. Но все-таки их много, и опять же, да, конкуренция у тебя большая. Если ты будешь делать, если ты научишься делать качественное оформление и качественные превью, также ты научишься хорошо оптимизировать видео, то есть прописывать всякие теги там, ну и все в таком духе, то поверь, просмотры у тебя вырастут, а значит и подписчики тоже увеличатся. Также название я тебе советую писать капсом. Ну просто. Просто оно выглядит более кликбейтным. И она прям манит, чтобы ты нажал на это видео, зашел, посмотрел. В целом канал неплохой. Для такого количества подписчиков канал неплохой. Нужно научиться делать оформление, нужно научиться делать превью. Короче, заходишь на YouTube, там ищешь туториалы, которых прям огромное количество, там как поднять просмотры, там как оптимизировать видео, как делать оформление и все такое. Посмотришь десяток таких видео, научишься что-нибудь делать и поверь, количество подписчиков вырастет, да не просто вырастет, оно будет постоянно расти, расти, расти огромными темпами. Ну и просмотры, соответственно, тоже. Что ж, я думаю, ты прислушаешься к моим словам и
Надеюсь, что через годик я зайду на твой канал и посмотрю, как у тебя дела. Ну а на этом все. И не забываем писать в комментариях «Хочу оценку канала», чтобы в следующем видеоролике я оценил ваш канал. Ну а на этом, собственно, все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.